Всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, у нас сегодня будет эксклюзивный выпуск, поэтому я заранее прошу максимального распространения этого видео в соцсетях. Также самые креативные комментарии я жду от вас. Вы, наверное, догадались, куда я пришел. Да, ребята, это Джон Юс, основатель города Донецка. Городу 150 лет, это юбилей. Поэтому я решил начать этот видеоролик прямо с этого места. Но, как всегда, мне везет поснимать коммунальщиков, как они ухаживают за городом. То есть идет подготовка. В общем, ребята, что за затягивать, быстрее отправляемся в библиотеку. Такого вам не покажут по ТВ. Друзья, вот я добрался. Давайте скорее сюда зайдем. А это у нас Ирина. Она нам сегодня расскажет о достопримечательности города Донецка, библиотека имени Крупской. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Добро пожаловать в самую большую, самую главную библиотеку Донбасса. Это целый мир, целая вселенная, огромный интеллектуально-творческий завод. И для того, чтобы сюда попасть, необходимо стать просто ее читателем. Так, я понял, это у вас регистрация здесь. Человек приходит, регистрируется и может... Получает читательский билет и проходит дальше. Здравствуйте, пустите нас? Спасибо. У нас есть свой кинозал. Ну, вы, наверное, спросите меня, что можно смотреть в библиотеке. Ага, у вас еще каждую среду в 13:00 есть шедевры мирового музыкального театра. И не просто, только шедевры мирового музыкального театра. Библиотечный кинозал – очень популярное место. Здесь проходят кинолектории. Чем отличается просмотр фильма в библиотеке? Тем, что здесь мы не просто его смотрим, мы его обсуждаем, мы узнаем факты о его создании, о главных героях, о актерах, режиссерах и так далее. И потом участвуем в обсуждении. Идем мы по лестнице, по такой широкой, большой. Михаил, как вы думаете, кто это? Библиотека имени Надежды Константиновны Крупской. Вот как раз-таки это и есть. Надежда Константиновна Крупская, собственной персоной. Может быть, она не для всех здесь будет узнаваемой, потому что привыкли ее видеть немножечко в другом обличии. Здесь она молодая, красивая, полна сил. И посмотрите, пожалуйста, у нее в руке книга. Да? Книга – это у нас источник знаний, символ мудрости. И есть такая библиотечная легенда, если потереть эту книгу, то исполнится желание, связанное с продвижением. Так, продвигаем этот видеоролик в топ, чтобы увидели очень многие. Это мы поднимаемся на второй этаж. Красивая обстановка. Полуколонны коринфские создают такое впечатление помпезности, витрина. И все это манит зайти в наши залы. Чувствуется история. Да, здесь чувствуется везде история. Вот, пожалуйста, у нас уголок, посвященный Пушкину. Ну, а это экспозиция, посвященная... Шахтерскую славу Донбасса. Нашим праздником, который мы очень все ждем, Дню города, Дню шахтера. Вот эта экспозиция, посмотрите, она не совсем традиционная. Здесь не только представлены книги, здесь есть элементы одежды шахтерской, здесь есть и уголь, посмотрите. Символ Донбасса, символ уголь. Символ Донбасса, совершенно верно. А еще в тех изданиях, которые здесь представлены, есть сборники, которые вышли по итогам наших конкурсов библиотечных. Пожалуйста, «Шахтерский характер» – это как раз-таки сборник, который вышел по итогам поэтического конкурса. И авторами стихов, которые находятся в этом сборнике, как раз-таки есть сами шахтеры, в том числе. Заглянуть. То есть здесь человек может прийти и выбрать себе литературу, правильно? Не просто выбрать, а унести ее с собой. Тот отдел, который выдает книги на дом. То есть он работает в режиме абонемента. Собрана здесь литература по всем отраслям знаний, фонд универсален. Опытные библиотекари помогают разобраться во всем этом многообразии и быстренько осуществить свой выбор. Михаил, вот такой у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что хранит библиотека? Библиотека хранит культуру, ценности народа. Да. А еще она хранит историю, в том числе и свою. Добро пожаловать в музей. Музей. Истории библиотеки Крупской. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот музей истории библиотеки. Михаил, я вас познакомлю. Это у нас сотрудники отдела краеведения, самого исторического отдела в библиотеке. Они у нас много знают о истории, о развитии. И вот я передаю слово Виктории Геннадьевне. Так, изначально, то есть каждый может человек сюда прийти и посмотреть, что здесь находится. Несомненно, я хочу обратить внимание на здание нашего
библиотеки. Вы же, наверное, знаете, что мы являемся памятником местного архитектурного значения. Конечно. Замечательно. Да. Так, это у вас... Выставка представлена. Периодические книжные издания «Ко дню города и дню шахтера». Как вы думаете, когда был отпразднован первый день города? 150 лет назад. Угу. А точнее? Точнее, в 1869 году. Не совсем. Нет? И третья. Как утверждает пресса, первый день, который можно назвать Днем города, был отпразднован 19 июня 1983 года. Вот так вот. Да. Это, я так понял, чей-то стол был. Да, у нас в отделе иностранной литературы заседали национальные культурные общины, и вот одна из общин в подарок библиотеке принесла нам стол и стул. Ну, такого колоритного. Сотрудничает с национальными общинами, и азербайджанская община такая сама... Близко. Так, это читательные залы. Это мы с конца пошли историю библиотеки как-то просматривать. Это уже 2000-е годы, когда мы уже стали информационным центром, освоили технологии компьютерные. А вот с таких вот компьютеров мы начинали. Мы в 96-м году подключились к интернету, среди библиотек первые. Видите защитный экран, дюймовые дискеты. А до компьютера наши читатели читали микрофон. Книжечки вот на таком аппаратике. Как вы думаете, для чего он был создан и как им пользовались? Пользовались? Да. Ну, это, наверное, фото, фото для меня. Да, для всех. Здесь вот это все связано или нет? Нет, а, это отдельно? Да. Так. Здесь читали, а здесь радиоприемник и наушники. Не тоже отдельно. Это тоже отдельно. Микрофон. Микрофон? Вот сюда, да. А, сюда, вот наверное, сюда, ленту и на экране да, просматривали. Полноформатный документ, это было создано для того, чтобы сохранить документы, и при этом читатели мог его рассмотреть. И 60-е годы. Передовики производства, первые открытки, значки. Бригада, бригадные подряды. Да, вот так выглядела библиотека в каком-то году. В принципе, ничем не поменялось, в этом и весь смысл сохранить ценность. Мы не имеем права ничего менять. Да. Здесь у нас представлена техника, которой пользовались наши библиотекари, начиная от деревянных щитов и заканчивая уже... Да, я сейчас видел, что до сих пор некоторые пользуются. Вот. Раритеты не теряют популярность. Интерес у нас вызывает печатная машинка «Мерседес». Она 20-х годов прошлого века. Ей пользовался заведующий отдел иностранной литературы. Как видите, полностью раскладка на английском. Так, это граммофон? Да. И пресс. Он использовался для реставрации книг, подшивки газет, он очень тяжелый, массивный. Но... Как раньше книжечки доходили до читателя, по вот такой вот шахтерской ленте, где уголь подают на гора. А здесь наш 56-й год, именно в 56-м году было открыто то здание, в котором мы сейчас с вами находимся. Обратите внимание, вот это вот лекционный зал, который сегодня на ремонте, но это был самый крупный зал на тот момент. Да. Стол, за которым сидел наш читатель, взял литературу, также представлена печатная машинка «Москва», это 50-е годы. Здесь, я так понял, чернильница, да? Да, мы использовали такие вот баночки. Вы сюда ничего не наливаете? Нет. Также у нас есть телефон для связи между отделами. Он работает? Нет. Нет, его подключать нет. Я понял. А здесь наши 32-е, 40-е годы, годы оккупации. Именно в таком вот виде выглядел первый макет проекта библиотеки. Заработок 120 рублей был, да? Да. И объявление в газете «Диктатура труда» об открытии 1 декабря библиотеки в городе Сталин. Класс, мне понравилось. Ну а так вообще люди приходят к вам, интересуются? Конечно. Вы проводите историческими ценностями. Начало нашего города. Здесь, например, можно даже узнать количество человек, которые работали в 1874 году на шахтах Юза. Это было 1500 человек, и в конце 70-х в самом поселке было 4000 человек. А с других источников в 1897 городе, в поселке, было уже 28 тысяч. Это первая книга, которая именно по истории Юзовки написана. Можете открыть, она 1937 года. Да, в прошлом году исторический экземпляр. Да. Донецкая библиотека, фонд краезнавчої літератури. Это вот современное издание, переиздание уже нашего времени. Которое издавалось в 2018 году. Она дополненная. Также есть первые путеводители и современные жители, которые с фотоиллюстрациями. От начала от поселка и до современного города. Красоты города, шахтерской славы, Донецк. Есть также история Донецка, написана уже современником Валерием Степкиным. Да, он является одним из самых авторитетных
краеведов, который у нас сейчас есть. И он житель Донецка. Да, да. Он также издает исторические документы в другом направлении. Дворянское землепользование в истории Донецка, истории Донбасса в лицах. Спасибо вам большое за информацию. И вам спасибо. Вы очень интересно рассказываете. Я думаю, ни один читатель или человек обычный придет сюда и будет интересоваться историей города. Все, спасибо. Спасибо, мы пошли дальше. Мы идем дальше. Ятрань. Да, на английском языке обратите внимание. Это 90-е первое. Годы стояла очередь к этому. Но Джон Юс англичанин изначально. Вот и английский язык у нас. Михаил, да. Вам никогда не хотелось стать ученым? Нет. А хотите почувствовать себя профессором? Ну, может, немножечко. Внимание. Кафедра обслуживания научных сотрудников. Стараемся, чтобы библиотека была интересна, поэтому готовим для наших читателей вот такие вот красочные, яркие экспозиции, где можно подойти, посмотреть, пощупать, полистать и выбрать для себя что-то понравившееся. То есть человек может тоже прийти очень и очень популярная серия взять. 100, такая вот, которая рассчитана на широкий круг пользователей, то, что для общего развития полезно всем почитать. Заходим туда, где читателей вообще не бывает. Мы с вами зашли во внутреннюю часть библиотеки. Это всем же интересно, что там происходит. Конечно, внутри. Даже вот во время экскурсий обычных читатели сюда не попадают. То, что у нас есть, видимо, для читателей, это небольшое количество книг, но каждый отдел содержит еще вот такое вот хранилище. И каждое хранилище где-то 100 тысяч книг вмещает. Сколько в ней этажей? Ну, я знаю, что тут 4 яруса. С фасада, 4 этажа видимых. Да. Это только видимо. На самом деле, каждый этаж еще поделен на 2. То есть у нас 7 ярусов. Понятно. Для того, чтобы разместить. Вот вы уже говорили о том, что знакомились с цифрами. И библиотека у нас хранит более 1,5 миллиона печатных изданий. Все это где можно разместить? Конечно же, в хранилищах. Вот мы с вами вышли на самый последний этаж библиотеки, в отдел технической, сельскохозяйственной и экономической литературы. То есть сюда обычный человек не может попасть? Нет, сюда попасть может человек, но только с коридора. Сюда приходят единомышленники и общаются как раз-таки вот по теме и изобретения. Вы набираете что-то? Да, я готовлю информацию по выставке, которую мы открыли в честь Дня города и Дня шахтера. Также о наших изобретателях из Донецка, которые внесли немалый вклад. То есть создали машины главные, которые сейчас используются у нас на шахтах. Это как комбайн «Кировец», врубовая машина. Ну, как я вовремя подошел. Как раз выставка ко Дню города и Дню шахтера. Да. А мы сейчас ее посмотрим. Да, как раз. Спасибо. Изобретатели и ученые Донбасса. Скачинский, шахта Скачинского, знаю, есть. Читатели понимают, что в библиотеке научной не только систематизируют, да, все информационные ресурсы, а еще и занимаются поисковой деятельностью и научной деятельностью. Теперь мы с вами идем в самый таинственный, самый, наверное, интересный отдел библиотеки – сектор редких изданий и депозитарного отбора. Проще говоря, здесь хранятся самые ценные, самые редкие книги Донбасса. Понятно. Андрей, что-то более сотрудник этого отдела, вот он все здесь знает и расскажет. Я хотел рассказать, в секторе редкой книги находятся книжные памятники, вот вы можете увидеть этому изданию, ну, практически 400 лет. Это то есть это уникальные кадры, которые не покажут по ТВ. Да. Перчатки – это не только для безопасности книги, но и для безопасности самого пользователя. Что книги старые, в них могут храниться бактерии. Но я надеюсь, я ничем не заражусь отсюда. Кроме знаний, ничем, Михаил. Так, я так понял, я этот язык не понимаю. Это церковно-славянский. И вот интересный факт.
откуда появилось выражение «писать с красной строки». Если вы видите, вот буквы в начале предложений красного цвета. Угу. Когда раньше не было абзацев, и чтобы разделять мысль, первую букву выделяли красным цветом. Да, вот как раньше делались книги. Обложку делали из дерева и покрывали кожей, а потом с помощью пресса делались узоры. А еще были замки, книги закрывались. Да, раньше всегда обязательно были застежки, но они, к сожалению, не сохранились. Интересно, а при создании этой книги сколько раз ее переписывали? Невозможно без ошибок все это сделать? Думаю, невозможно. Я думаю, что даже вот в начале уже 20 века часто допускались ошибки. Ну, вообще, насколько я знаю, люди, которые занимались написанием книг, это были очень образованные люди, да. Они этому долго учились. То есть это, я так понял, создал книгу только один человек, все это написал? Ну, это напечатано. Напечатано. Это был один из первых печатных станков. Угу. Так, все, больше ничего показывать мне не будете? Или еще вам хотел показать Евангелие. Вот, оно, конечно, уже не такое древнее, да. Можете взять. Это 1900 год. А вот, что касается замков. В чем уникальность этого издания, что оно выполнено в медном окладе с миниатюрами святых, покрытыми эмалью. И вот, видите, обрез книги, он покрыт очень тонким слоем сусального золота. Угу, блестит. Да, действительно золото, и вот где-то тут должна быть иллюстрация. Где-то вот тут вот откройте. А, то есть при просмотре страниц, да? Она одна. Иллюстрация, сделанная из золота. Она где-то тут должна была быть. Вот, да, вот она. Уникальные кадры, ребят. Абсолютно каждый может прийти, сесть, почитать. То есть пришли, записались. Да. Выдали. Единственное условие – одеть перчатки. Михаил, а еще сотрудники этого отдела предоставляют возможность нашим читателям и экскурсионным группам поучиться самим писать перьями и написать именно вот старославянской вязью. Я хотел вам показать, у нас с коллекции книг разных размеров. Вот это самая маленькая книга в библиотеке. Тут один стих Есенина. Похоже на шпаргалку. Угу. А это, я так понял, уже современное издание. Да. У нас также хранятся современные издания, выполненные в интересном художественном стиле. Это вот «Драконоведение». Такого я еще не слышал. То есть здесь как иллюстрация и что получается из яйца. Прикольно. Да, дети часто приходят и спрашивают, а что драконы действительно существовали? Конечно, существовали. Так, я так понял, это у нас... Это первый самый вариант кириллицы. Так, это мы закроем, наверное, да? Да, в кириллице было 48 букв. Этот алфавит как раз и использовался для книг, написанных церковнославянским языком. А уже Петр I ввел реформу и решил убрать лишние буквы, чтобы печатались книги не только с церковного содержания, но и научные, научно-популярные и художественные. Спасибо вам большое. Пожалуйста. За информацию. Так интересно рассказывайте, я с удовольствием прослушал вас. Михаил, библиотека хранит еще очень много интересного. Есть у нас отдел искусств, есть у нас отдел краеведения. Ну, мы находимся сейчас на 4-м этаже, выше только наш известный купол. Поэтому будем спускаться. Ну вот и подошло время заканчивать этот уникальный видеоролик. Сегодня мы посетили библиотеку имени Крупской. Ребята, с вас максимальная поддержка. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!